В одном из лагерей в городе Алагир сейчас находится наш корреспондент Павел Получик. Он на прямой связи. Павел, здравствуйте. Что у вас происходит? Павел, здравствуйте, слышите нас? Виталий. Лагерь Алагир — это действительно самый большой лагерь на территории Северной Осетии. И, собственно, здесь произошла такая небольшая ротация. Госпиталь МЧС мобильный, который здесь находился, он ушел в сторону Цхинвали. А здесь, на этом месте, выстроили палатки. И только что вы могли видеть министра иностранных дел Франции, который только что приехал сюда с главой Северной Осетии Теймуразом Мансуровым. Они здесь пообщались с беженцами, их буквально обступили со всех сторон, чтобы, собственно, выяснить, почему, что происходит на территории Южной Осетии. И если сейчас оператор попробует направо перевести камеру, то он видит списки прибывших лиц. И по этим спискам видно, что действительно лиц прибывших беженцев очень много. Счет идет не на сотни, а на тысячи. После того, как они приезжают сюда, их регистрируют, после этого выдают место в палатках, выдают теплую одежду, одеяло. Собственно, оказывает всю ту помощь, которую сейчас пытается оказать вся республика своим соседям. Потому что сейчас беженцев можно встретить в детских садах, в школах, в общежитиях, везде, где есть свободное место. И, конечно же, в больницах. Мы посетили сегодня несколько больниц, начиная от детских, заканчивая взрослыми. И везде видели слезы, горе и слышали эти рассказы.